Я думаю, что прошлый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш-младший, после первой встречи с Путиным сказал, что он попробовал вкус его души, заглянув ему в глаза. Я думаю, что Америка уже вполне распробовала вкус души Владимира Путина, и уже никаких ожиданий, никакого обаяния уже нет. Его давно раскусили, и он сам помог, да, той гримасе, которая появляется при его появлении, он сам помог появлению этой гримасы. Но при этом отношения Америки и России – это слишком серьезный геополитический момент. Мы слишком много весим на карте мира. Мы член Совета Безопасности, член подковы, да, сидим в этой подкове. Есть среднеазиатские базы, которые нужны Америке. Есть объективные интересы Америки, которые, конечно, не позволят охладиться отношениям с Россией слишком сильно. Америка ведет себя по отношению к России вполне прагматично. Она получает от России то, что ей нужно. Повторяю, поддержку по иранскому вопросу, по среднеазиатскому вопросу. Она получает, так сказать, в качестве компенсации там, наше голосование в Совете Безопасности. Да? Я не думаю, что предстоят какие-то очень серьезные разрывы и охлаждения. Охлаждение уже состоялось, а разрыва не будет никогда. Все.